Всем привет. Сегодня коротенькое сравнение наключников. VIX Classic Alox и Nextool брелочки. Тестов не будет, ничего такого не будет, просто сравнение. Сразу первое, что бросается в глаза. Nextool больше, этот чуть меньше. А во всех, по всем габаритам, и в длину, и в ширину. И в толщину, соответственно. Следующее. Колечко расположено немножко по-другому. На Виксе ножик открывается в сторону кольца. На Nextool'е ножик открывается в обратную сторону. Сами ножи оба заполированы. На Nextool'е чуть другая форма, и он отгринден и заточен толще и хуже. Пружины на Nextool'е ощутимо мощнее. Дальше ножнички. На Nextool'е ощутимо тяжелее они выходят. Они грубее, крупнее и толще. Сделаны похуже. Ну, VIX Classic эталонные ножницы. Здесь есть, режут и режут. Вот тут схема работы пружины такая. Тут совершенно другая на Виксе пружинка. На этом экземпляре у меня еще не было проблем на Nextool'е. Но как-то бывает, что пружина туда соскакивает с неприятным щелчком. Ну, как бы ее она обратно ставится легко, но все равно не очень приятно. И последнее, что у нас тут есть. Отвертка, с позволения сказать, и напильник, точилка для ногтей. Обратите внимание на разность структур. Этот сделан одним куском, он чуть больше, чуть шире. И вот это, видимо, отвертка. Это все-таки в ногтях ковыряться больше. Одним куском я имел в виду, что шершавая часть — это единое целое с отверткой, а здесь такое ощущение, что это вставка. И обратите внимание на текстуру. По ощущениям, как будто алмазный камень для точилки. В целом, если ты никогда не видел, не держал в руках VIX Alox, эта штука тебя более чем устроит. Ну, ты не придашь значения тому, что тут чуть толще сведения, чуть хуже ножницы. А, кстати, напильник для ногтей здесь мне понравился больше, более рабочий. Ты также не придашь значения тому, что он чуть больше, ну, на самом деле, ощутимо больше. Я когда забирал его, ну, посылку забирал, открыл. Первое, что я понял, когда вот буквально я его вынул из коробки, тут же понял, что он больше. На видео это, видимо, ну, не так сильно бросается в глаза, но он и больше, и тяжелее сразу ощущается. Собственно, вывод. Это сейчас дорого, это доступно. Можно ли этим заменить это? Можно. Вот и все.